Окей, дети, как понять этот текст, что Джо только что прочитала? Я хочу показать на это. Вот это Египет, где живут израильтяне. Им нужно перейти на эту сторону, где будет потом жить Израиль. Да? Теннис, читай там. Вот это израильтяне, что в Библии говорит? Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской. Окей, смотрите, Бог отпустил народ, и здесь народ израильский. И дорога какая идет там? Филистимская дорога. Дальше, почему Бог не отпустил по этой дороге? Потому что она кровкая. Да, а ну? Земли. Потому что она близко. Она близко. Вот видите, как близко пройти, да? Угу. И почему Бог не хотел, чтобы они близко прошли? Потому что там война. Потому что там война? Или потому почему? Что... Что там написано? Ты говорил, там война. Если там будет ибо война... Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну. Да, что значит раскаялся? Раскаялся, это значит развернуться назад. Раскаялся, развернуться 120-180 градусов. Что Бог говорит? Когда они подойдут и узнают, что дорога не длинная, и видят, там надо воевать, завоевывать землю, и они что могут сделать? Пойдем мы назад в Египет. Да? Угу. То Бог делает тогда, что сделает? Джо, дай одеяло. Два? Давай два одеяла. Одеяло это будет означать море. Море. Каким цветом море было там? Синим было. Нет. Как называлось Бел, море? Синим. Красное море. Красное море, да. А зачем красное? Ну так называлось море. Тогда Бог сказал Моисею идти по кругу. Они вышли и шли, и шли, и шли. Целый день шли. Целый день очень шли, шли. И вот здесь большая гора, здесь большая гора, а здесь море. Да? И что они дальше могут... случилось? Фараон что не начал делать? Что за фараон? Ними бежать. Фараон начал за ними бежать. Начал за ними бежать. Даже же начали видеть. И когда фараон добегает сюда, то что Бог здесь делает? Огонь. И фараон пытается пробежать, но не может пробежать, потому что огонь закрытый. А там уже гора. И что начали делать эти? Они могут вокруг. Они не могут вокруг, потому что здесь море, а здесь гора большая. И Моисей начал молиться. Ты сказал, тут это большая гора, да? Да, вот это большая гора. Хорошо, они могут вот так. Нет, там море уже. Море до этого. Они, их тупик, знаешь, какой тупик? Ты заехал, больше никуда нет. Они начали молиться, начали говорить Моисею, что нужно делать, да? И Моисей, помните, что сделал? Ага, он стукнул по Моисею. Бог сказал стукнуть уже. И когда стукнул, то что, Ребекка, случилось? Проход случился, да, вода расступилась, и все пошли через море. Через море. Когда они пошли через море, то что Бог открыл? Огонь.